Ульяновской области и Чешской Республики будут развивать сотрудничество. Соглашение о создании рабочей группы по координации торгово-экономического сотрудничества было подписано в Ульяновском наноцентре. Свои подписи под документом поставили министр промышленности Чехии Ирж Гавличек и заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Богданов. А координировать работу в этом направлении согласился лично губернатор Сергей Морозов. Самая первая иностранная инвестиция в экономику Ульяновской области – это была чешская инвестиция. И, наверное, с легкой руки чешского бизнеса началось возвеличение Ульяновской области, восстановление нашего региона, в том числе как и станкостроительного, самого главного региона в нашей стране. Первым чешским предприятием, которое открылось на территории Ульяновской области, стал обрабатывающий центр компании «Тремил». Сотрудничество в сфере машиностроения на этом не остановилось. И сегодня в торжественной обстановке был открыт завод чешской компании «Хестега» на территории индустриального парка «Заволжье». Почетные гости церемонии открытия перерезали ленточку. И нажали на символическую кнопку пуска. Я хотел бы отметить, что компания «Хестега» является уже вторым проектом, который реализуется в Чешской Республике в Ульяновской области. Я хотел бы пожелать компании «Хестега» прежде всего успешного развития. Я уверен в том, что успешный пример этой компании послужит примером для других чешских компаний, которые придут в Ульяновскую область. На предприятии уже в скором времени будут работать не меньше 25 человек. Завод займется производством комплектующих для станков. Впоследствии может стать центром локализации компании «Хестега» на российской земле. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.